фестивале принимают участие творческие коллективы России и более 70 артистов из Турции, Ирана и Китая. Китайский ансамбль «Тай Юань» – единственная в Китае профессиональная танцевальная группа, созданная муниципальным правительством. О высоком уровне коллектива говорит тот факт, что арт-директором труппы является знаменитый китайский художник, генеральный директор церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Чжан Джиган. В Сочи-парке выступления коллективов участников фестиваля ЮНЕСКО проходят с 16 до 18 часов. Закроется фестиваль 23 августа.